Здравствуйте, мои веселые бурундучки! Сегодня сижу я вся такая в проводах, а это потому, что мы разберем с вами, как подключить комплект Триколор ТВ на два телевизора. У вас могут быть разные модели приемников, но так как меню у всех одинаковое, то и настройка не отличается. Итак, давайте разберемся, как подключить самостоятельно. Комплект состоит из основного двухтюнерного приемника, который называется сервер, и дополнительного, который называется клиент. У основного приемника должно быть два входа LNB1 и LNB2. Для того, чтобы смотреть просто на одном телевизоре, то вам достаточно подключить только LNB1. Но чтобы смотреть на несколько, на два телевизора, значит нужно подключить и LNB2. Самый правильный вариант – это провести два кабеля от спутниковой тарелки. Но если вдруг это сделать проблематично, например, у вас сделан уже ремонт, то можно обойтись одним кабелем. Для этого нужно приобрести спутниковый делитель, и два кусочка кабеля мы подключаем тогда в разъем. Важный момент. Делитель должен быть не просто делитель, а обязательно спутниковый, частотой до 2400 МГц. После того, как мы подключили антенны кабеля, мы подключаем HDMI кабели от первого и второго тюнера к телевизору. Если телевизор старый, то мы подключаем через тюльпаны. Осталось соединить сервер и клиент между собой. Это можно сделать двумя способами: напрямую интернет-кабелями между собой, либо через роутер. Тогда мы подключаем один и второй к роутеру. Также есть вариант беспроводного соединения по Wi-Fi, но мы такой способ не рекомендуем, так как он не очень стабильный. И в последнюю очередь мы подключаем блоки питания обоих приемников в розетку и настраиваем, переходим к настройке с сервера. На телевизоре выбираем нужный нам HDMI разъем. После загрузки мы видим мастер настройки. Выбираем в режиме работы приемника спутник, в часовой пояс выбираем московское время плюс 0, нажимаем далее, здесь еще раз далее, выбираем оператор, триколор центр, нажимаем продолжить и начинается поиск каналов, ждем. Здесь у нас еще загрузились регионы, выбираем регион Москва плюс 0, нажимаем начать поиск. И вот у нас найдено сколько каналов. Сейчас в процессе найдутся остальные. Итак, вот у нас поиск завершен. Нажимаем «Сохранить» и приступаем к настройке второго приемника. Сейчас у нас подключен второй приемник. Настраивается он точно так же. Выбираем спутник, выбираем московское время плюс 0, нажимаем «Далее». И вот здесь вот нам нужно выбрать сервер, мы его выбираем, это у нас подключается именно к этому серверу, да, то есть я говорила, называется сервер, этот называется клиент, то есть мы выбрали сервер, нажимаем далее, выбираем триколор центр, нажимаем продолжить, список регионов Москва плюс 0 и далее поиск канала, все точно так же. У нас Москва плюс 0, выбираем начать поиск. Идет поиск каналов. Итак, поиск закончен каналов. Можно наслаждаться просмотром. Два приемника у нас подключены. Хочу напомнить вам, что ваши лайки – это эквивалент слову «спасибо». Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также переходите в наши магазины по ссылкам в описании к видео. До новых встреч!